война, есть продолжение политики с применением иных средств. Сказал когда-то знаменитый военный теоретик, прусский генерал фон Клаузевиц. А он знал, о чем говорил. По сути, это относится к любой войне, в том числе и ко Второй мировой войне. Вот как раз об этом мы сегодня и поговорим. Какой была политика западноевропейских государств накануне привлечения иных средств, которые разожгли мировую бойню? Были ли какие-то шансы решить внутри- и внешнеполитические конфликты без привлечения иных средств? И, наконец, какое было продолжение политики уже в ходе боевых действий? Эти и другие вопросы мы сегодня как раз и поставим перед нашими гостями в студии военными историками Алексеем Исаевым и Дмитрием Шейным. Страны Западной Европы в начале Второй мировой войны. Очень интересный, как мне кажется, вопрос о продолжении политики с привлечением иных средств. А что происходило в европейской политике накануне Второй мировой войны? Первое, что происходило, это политика умиротворения. Но при этом надо понимать, что эта политика умиротворения нашла рука об руку вот, созданием вооруженных сил. Прежде всего, это касается Великобритании, которая, можно сказать, скачкообразно увеличивала свои военные возможности, причем на земле, в небесах и на море, в буквальном смысле. И вот эта политика умиротворения, это была политика начать войну тогда, когда будем готовы. Исаев Алексей Валерьевич окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, кафедра системного анализа, кандидат исторических наук. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны России. Автор трудов «Антисуворов. 10 мифов Второй мировой», «Операция Багратион», «Сталинский блицкриг в Белоруссии», а также ряда других работ по истории Великой Отечественной войны. Есть известное высказывание Галифакса, министра иностранных дел в кабинете Невилла Чемберлена, и он говорил о том, что проблемы с экономикой, и читая с вооружением, налагают большие ограничения на политику. И вот этот вот весь процесс, на самом деле, довоенный, он диктовался именно этим. И здесь надо понимать, что мы в ретроспективе должны видеть не только то, что видели современники. Современники видели прилетевшего из Мюнхена Чемберлен, который размахивал листком бумаги, ничего не значащим на самом деле, и говорил, я привез вам мир, говорил он. Артур Невилл Чемберлен, британский государственный деятель, лидер консервативной партии, 60-й премьер-министр Великобритании в 1937-40 годах, сторонник политики умиротворения агрессора. В 1938 году подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером, Муссолини и Даладье. Объявил войну Гитлеру 3 сентября 1939 года и несколько месяцев был премьер-министром воюющей страны. Под его руководством проходила так называемая «странная война», когда между воюющими сторонами почти полностью отсутствовали боевые действия. А на самом деле он привез отсрочку на перевооружение ПВО Великобритании с бипланов на монопланы и готовность к войне, в том числе, например, противолодочный флот, который позднее сыграл огромную роль в битве за Атлантику. Это все закладывалось на фоне Мюнхена. Просто это было за закрытыми дверями. Вот очень многое происходило тогда в предвоенной политике за закрытыми дверями и стало известно только позже. А потом все это пошло в дело. И здесь еще одно высказывание, которое имеет прямое отношение вот к теме нашего сегодняшнего разговора, использование вооруженной силы и
через призму политики. Гитлер 1 сентября, когда, как мы знаем, сейчас уже началась мировая война, сказал о том, что мы будем соблюдать нейтралитет тех стран, которые объявили себя нейтральными. А что это за страны? Можем их перечислить? Да, это как раз-таки страны Бенилюкса, как сейчас это принято называть. Это Голландия, Бельгия, Дания. И я думаю, все уже догадались, что когда дело дошло до применения вооружений, Адольф Гитлер это свое высказывание благополучно забыл и применил силу против нейтральных государств. И в чем еще вот это вот продолжение политики другими средствами? Это политический вопрос, политические трения между Францией и Бельгией. И несмотря на то, что эти страны были крепко друг с другом связаны, на самом деле, общей судьбой, если... Да, конечно. С самого начала, даже... я имею в виду бельгийское начало, да, создание бельгийского королевства. Но я бы даже сказал, не так долго, а исходя из стратегической обстановки, даже реалий Первой мировой войны. Когда Бельгия тоже попала под удар прусской военной машины. А при этом Бельгия старалась дистанцироваться от вот этой всей европейской политики умиротворения и прочего. И не было политической воли к тому, чтобы сразу разместить войска на территории Бельгии и Голландии. И, соответственно, вместо того, чтобы разместить уже эти войска, аэродромы и готовиться к броску вглубь Германии, если так вот говорить о реальных стратегических планах, вместо этого был хитрый план продвижения. Как только как начнется, вот мы сразу пойдем на территорию и Бельгии, и Голландии. И вот тогда-то и все произойдет. То есть на самом деле все строилось на то, что будет импровизация. Алексей Валерьевич указал совершенно справедливо движущий мотив политики со стороны Великобритании и Франции. Но, несомненно, локомотивом европейской политики в этом отношении выступала Германия. А политика Германии в этом отношении очень двойственная. Гитлер накануне 1938-1939 года совершенно не собирался затевать мировую войну. Гитлер хотел найти себе противника, который выглядел бы грозным, но при этом внутренне оказался бы слаб. Эффектно, красиво, картина с применением самых современных военных технологий, сокрушить его, продемонстрировать тем самым Версальским торжествующим победителям, что Германия полностью... То есть это пока идея реванша, да, за Версаль. Полностью восстановила свою боевую мощь, и таким образом Германия набрала достаточный политический вес для того, чтобы требовать большего в пироге и европейской политики, и мировой политики. Шейн Дмитрий Владимирович, военный историк, автор ряда книг по истории бронетанковой техники и сражений Великой Отечественной войны. В том числе «Танки ведет рыбалка. Боевой путь 3-й гвардейской танковой армии. Танковая гвардия в бою». Операция Германии против Чехословакии и операция против Польши, изначально они планировались отнюдь не как пролог грядущей мировой войны, а как маленький локальный конфликт. Маленькая победоносная война. Маленькая победоносная война, как эффектный разгром такой кажущейся грозной, но при этом безответной Макевары. И, соответственно, то, о чем говорит Алексей Валерьевич, да, Гитлер, естественно, шантажировал Англию и Францию тем, что будет война, будет повторение кошмара Первой мировой, все снова подойдут практически страны к порогу своего существования. Нужно ли вам это? Может быть, вы пойдете на уступки. В свою очередь, Англия и Франция до определенного момента шли на эти уступки, но при этом массированно вкладывались в перевооружение для того, чтобы иметь возможность в соответствующий момент сказать «нет». Нет. Достаточно. Но страшная сказка стала былью. А вот, кстати, по поводу умиротворения агрессора, да, вот в контексте нынешней странной войны памятей, тогда было понятно, что агрессор – это агрессор. То есть агрессор был один или были другие варианты агрессора? Ну, вообще говоря, конечно, агрессор был, потенциально, опять же, агрессор, он был не один. И помимо всем известного «Инфант Терибле» в лице Германии, который с самого начала себя обозначил как страну, действительно идущую к реваншу, по крайней мере, политическому, был такой еще «Инфант Терибль», как Польша,
который имел серьезные претензии к своему ближайшему соседу, имеется в виду Чехословакии, территориальные претензии. И вообще говоря, в Европе был такой, можно сказать, клубок интересов, и где-то даже вот такой террариум единомышленников, когда, например, это известная история, когда попытались договориться англичане, французы и Советский Союз о Прибалтике, и сказали, а давайте мы гарантируем Прибалтику. Прибалтике сказали, а зачем нас гарантировать? Мы не чувствуем, что нам что-то угрожает. Это который год? Это был 1939 год. 1939 год, когда начались переговоры, когда уже действительно поглощена Чехословакия, когда Чехословакия перестала существовать. Британский парламент заслушивает многостраничный доклад «Военная мощь России». И выводы? Ну как выводы, что военная мощь России, конечно, не очень, но в принципе такой союзник нам может пригодиться, им можно так, пугать. Вот, это очень важно сейчас уточнить, да? Союзник, но гипотетически Советский Союз мог рассматриваться в качестве агрессора? А Советский Союз... Ну, в каких-то его... секретных докладах с закрытыми дверями его где-то... Его опасались, так. Но опасались на самом деле даже не того, что, допустим, в реальности произошло, например, конфликт с Финляндией. То есть, если, опять же, читать всякие бумаги парламента, то британского, то опасались, что русские вдруг войдут в сговор с Гитлером и нападут на Индию. То есть, как говорится, каждый думал... То есть, Британия думала... свое чесалось, да? То есть, на самом деле, я думаю, что если бы эти бумаги тогда показать в Москве, они бы в лучшем случае покрутили пальцем у виска, как говорится. Дорогие лорды, о чем вы вообще думаете? Так, а бумаги были какого уровня? Слушания в Палате лордов? Или это были уже это какие-то были совершенно, военные... Это были секретные... Это разработки. Были разработки, которые были закрыты грифами, которые сейчас опубликованы. Сейчас это все эти, скажем так, это, естественно, делалось, оценки делались для парламента, то есть это делалось как бы военным ведомством, но, тем не менее, это делалось для парламента, для, так сказать, закрытого обсуждения, но, тем не менее, вот оценки, они были ровно такими, то есть предположение о том, что, например, Советский Союз предпримет такой вот удар по Финляндии, это не рассматривалось. Это оценки, кстати, сентябрь-октябрь 1939 года. Да, и при этом, на самом деле, на запрос о судьбе Польши советской наркомат иностранных дел вполне честно ответил, судьбу Польши решим после войны. И вот это вот судьбу Польши решим после войны, оно на самом деле скорее даже вдохновило наших английских партнеров, как можно сейчас выражаться. И если говорить вот на чистоту, то антигитлеровская коалиция начала складываться вот с этого ответа. О. А вот какой могла бы быть вообще антигитлеровская коалиция? То есть мы видели, да, ее реальную, а гипотетически вот на тот момент кто еще мог входить вот, ну, в проектируемую антигитлеровскую коалицию? Не, ну, прибалтийские государства могли, опять же, попасть при определенных условиях, возможно, там, в том числе политических, это Польша, ну, если мне свою печальную, так сказать, судьбу. Потом на перепутье находилась Турция, которая соблюдала нейтралитет. Ну, как, действительно, ее с обеих сторон делали предложения, от которых нельзя отказаться. Поэтому варианты могли быть разные. И вообще говоря, если смотреть на начало европейской политики, то кажется, что Италия должна была быть на другой стороне. То есть, учитывая высказывания Муссолини о Гитлере... Ну, этом, личные. Да, выскочки и прочее, и объективные интересы. Но стальной шлем оказался стальным шлемом. Но в итоге, да, это было брошено в объятия Гитлера, точно так же и Венгрия была обижена Первой мировой войной, брошена. А так Румыния, например, то есть Румыния, которая в реальности, как мы знаем, двигалась на Одессу, Сталинград, она находилась в орбите французского влияния и тоже в определенных условиях могла стать союзницей. Испания и Португалия сумели остаться в стороне, несмотря на все уговоры. Поэтому, вот, что называется, из сонного начала 30-х, если попытаться посчитать, кто будет за кого,
то это было невозможно. То есть предсказать вот тот расклад, который сойдется, что называется, в 40-м году на полях Европы, нереально было предсказать, кто именно будет против кого. Но вот кто мог подумать, например, о Чехословакии, что Чехословакия, она распадется, Словакия бросится на шею Гитлеру, и в дальнейшем словацкая бригада будет нестись по просторам Советской России в июле 1941 года. Потому что никаких прогнозов на сей счет не было. Можно сказать еще и так, что в принципе модная сейчас в определенных кругах теория двух агрессоров, это скорее современный конструкт. Он ведет к совершенно осознанной, я имею в виду со стороны европейских стран, восточноевропейских, декларации, к осознанной декларации своей бессубъектности. Мы были не более чем... Это и есть прагматика, такой концепт. Но надо понимать, что это не восстановление исторической правды, это текущая политическая конъюнктура, направлена в первую очередь на добровольное занятие роли дважды потерпевших, соответственно, с требованиями двойных компенсаций. Что Германия нам уже заплатила, теперь, соответственно, очередь русских агрессоров оплачивать нам наши долги. Политическая конъюнктура очевидна. Просто, да, смотришь, как под это подводятся какие-то аргументы, скажем, околоисторические, ну или как их только не назови. Но вот кризис, да, некого нарратива, раньше было бывшего бесспорным, сейчас очевиден. По каким причинам, другой вопрос. Но важно, что было это в 1938-1937. То есть умиротворение агрессора, агрессор понятен. И он один. Да, это был Германия. Без вариантов. Да, Германия, естественно, она рассматривалась как некое государство, которое хочет вырваться из тех тисков Версаля, которые уже частично... Вырваться, компенсировать и что-то еще приобрести. Да, что-то еще приобрести, при этом умиротворяя его, например, Германии предлагали колонии. Причем колонию, которую у нее отобрали по итогам Версальского мира. Причем английская внешняя политика, она была традиционной, как говорится, как в фильме «Не бойся, я с тобой». Это не твой зуб, это и не мой, он их. А собирались отдать французские колонии. То есть, прибывая, значит, на переговоры в Германию, говорит, да, мы готовы ему отдать колонии и список французских колоний. А, как говорится, с ними договоримся, и они вам все отдадут. Но вместе с тем надо понимать, что Германия в такого рода приобретениях была заинтересована ограниченно, поскольку вопрос морской мощи со времен Первой мировой для Германии принял только более болезненный характер, и было понятно, что в данном случае джентльмены были хозяевами своего слова, дали, а потом забрали назад. Колонии тоже могли дать, после чего, очевидно, при любом обострении обстановки моментально забрать назад. Вот в этом-то, собственно, и состоит та самая политика оттягивать момент лобового столкновения до того момента, когда Британия и Франция окажутся достаточно сильны, достаточно готовы к войне, чтобы в ответ на очередное требование Германии об очередных уступках, об очередных преференциях, об очередных каких-то территориальных приобретениях твердо и решительно сказать «нет». Нет. Когда Германия скажет «тогда мы будем воевать», Британия разведет руками и скажет «хорошо, тогда мы будем воевать». И войну, все же напомню, войну объявил тот самый Невилл Чемберлен, который, как называется, как жалкий червяк, там, как его нелестно называл его Гитлер, который склонился перед требованиями Мюнхена. Тот же самый человек. И здесь, понимая его характер, опять же, очень, очень многое делали личности, что Чемберлен – это не смена его курса, это на самом деле единый курс. Просто в определенный момент он сказал, мы готовы? Готовы. Французы спросили у своего... Тогда мы будем воевать. Да, вот это тогда настало. Да, настало тогда. А в 1938-м оно еще не настало. Да, оно не настало. Понятно. И в этом как бы суть всей политики, что построены нужные корабли, можно осуществлять морскую блокаду Германии и душить ее вот этим вот экономической удавкой, которая неплохо работала в Первую мировую войну. Другой вопрос, что немцы выучили многие из тех уроков и готовы были к тому, что их будут душить. А вот антигитлеровская коалиция не была ли в какой-то мере, да, продолжением, ну, проекта Антанты, сложившегося еще в Первую мировую войну, антигерманскую? Но здесь главным препятствием было все же то, что Советский Союз был таким вот, что как бы мы этого хотим, мы не хотим, это был государственного типа. И государство, которым
старались контактировать с большой осторожностью. Поэтому здесь все же даже не проект. Проект Антанта, вот аналог, это Польша. То есть вот есть, да, большое, так сказать, милитаризованное государство, да, которое может выполнять роль, ну, конечно, не русский паровой каток, это, как говорится, не паровой каток, а маленький каток для дворника. Но тем не менее, я имею в виду какой-то геополитический баланс. Да, вот был попытка баланса, что на другой стороне будет, что называется, Польша. А вот СССР был такой вот величиной неизвестной. Да более того, надо сразу сказать, что Польша рассматривала себя, именно себя позиционировала с самого 18-го года, как одновременно восточные барьеры, и гири тяжелые, висящие на востоке от Германии, и одновременно тяжелые гири, висящие на западе от Советской России, элемент санитарного кордона. То есть такой вообще осажденный форпост сил света против накатывающихся со всех сторон волн тьмы. Это именно проект Пилсудского. Да? Юзеф Пилсудский – польский военный, государственный и политический деятель. Первый глава возрожденного польского государства, маршал Польши. После получения Польшей независимости стоял в основе создания Второй Речи Посполитой. Положительно оценивал приход к власти в Германии национал-социалистов, а также внешнеполитические устремления Гитлера. Да, но тем не менее, как говорится, один из первых пактов, который был заключен, 1934 год, пакт Гитлера-Пилсудского, и ходят упорные слухи, причем ходили они тогда и в западной прессе, что к нему был секретно-дополнительный протокол, в котором был... Все-таки слухи и тогда, и теперь, или что-то к сегодняшнему дню прояснилось? Пока ничего не предъявили, но тем не менее были утечки, включая прям, что называется, перечисление пунктов. Понятно, что газеты — это газеты, к делу не подошьешь, но когда есть помимо газет фотографии неофициального общения Геринга с президентом Польши, причем происходит дело в Беловежской пуще, и они позируют, так сказать, в приватной обстановке с ружьями, там, охотятся и прочее, и это происходит неоднократно, мысли появляются о том, что договоренности были, и Польша вела такую, как бы, что называется, многовекторную политику, и эта многовекторная политика, она на самом деле, конечно, в том числе завела их в ту ситуацию, в которой они оказались в сентябре 1939 года. Так, ну давайте тогда уже от политики перейдем к войне. Да. Вот началась война. 3 сентября 1939 года объявили войну. Но, естественно, война все же отсчитывается от 1 сентября, от нападения на Польшу. Да, потому что... А нападение, в смысле объявление о нападении? Объявление войны уже 3. 3 сентября война стала мировой, что в нее вступила, по сути дела, держава, над которой никогда не заходит солнце, Великобритания, Британское Содружество наций. И в этот день локальный европейский конфликт германо-польский стал тем, что нам известно под названием Вторая мировая война. Да, и чтобы понять, так, что очень это... очень точное определение. Да, что это не действительно мировое, уже в 1939 году, где гремело морское сражение у берегов Южной Америки, где, так сказать, карманный линкор «Кригсмарина» сражался с британским флотом. И вот этот вот охват, он действительно очень быстро, война приобрела характер не только номинально мировой, но и фактически мировой. А так, главная проблема-то в чем была? В том, что западные союзники, у них не было плана действий. То есть они всегда... Так, простите, тогда вот сразу, да, западные союзники, это вот на тот момент, скажем так, на после 3 сентября. То и что? Западные союзники — это Великобритания и Франция. То есть два таких тяжеловеса, и прямо скажем, великих державы, которые вступили в войну, тем не менее, не имея внятного плана, например, что делать. Точнее, имелся план, что вот мы, так сказать, будем блокировать экономически блокаду, а может быть, где-нибудь в 41-м году мы построим новые супертанки и понесемся на Рих.
А, то есть тоже была какая-то такая своя утопия сверхоружия. Да? Даже не утопия сверхоружия. Речь шла, просто если мы посмотрим на опыт Первой мировой, мы обнаружим, что Германия в Первую мировую капитулировала, по сути, до того, как военные действия оказались перенесены на ее территорию. И более того, Первая мировая нам примеров глубоких прорывов стратегического значения, по сути-то, дела и не дала. В результате, не имея никакого в этом отношении практического опыта, да, это трудно, от опыта, имеющегося у нас, опыта Второй мировой, абстрагироваться трудно, тем не менее, не имея практического опыта, да, Великобритания и Франция построили план, который в известной степени повторял то, что их уже привело к победе ранее. То есть экономическая блокада, постепенный сбор подавляющей мощи, когда боевая мощь Великобритании и Франции с годами только усиливается, в то время как Германия вследствие блокады слабеет. И в конце концов будет, да, где-то еще даже непонятно где, на каком участке фронта, решающее наступление в 41-м, а может быть даже в 42-м году. И это, заметьте, 39-й год. В 42-м году, возможно, мы перейдем в решающее наступление на Германию, и да, и Германия снова капитулирует. Но при этом новинка, вот если уж говорить, они не находились все же полностью в плену, а теперь имелась еще воздушная мощь. Если мы посмотрим, на что тратила звонкую монету Великобритания, вот это вот то, что Невилл Чемберлен, кстати, вел еще до того, как стал премьером, количество денег, которое уходило на флот, авиацию и сухопутные силы, было примерно равным. То есть делили на три равные доли. И можете себе представить, сколько вбухивалось в расчете на, так сказать, единицы ВВС. То есть военно-воздушные силы Британии, они действительно набирали мощь стремительно. И как раз-таки вот в 41-м по количеству выпускаемых самолетов Британия своего, так сказать, оппонента Германию обогнала. То есть уже при том, что была... Но с третьей стороны надо вспомнить о том, что когда война уже начала затягиваться, я имею в виду еще до удара немцев по Франции, решительного удара, и стало понятно, что возникший вот этот вот клубок противоречий как раз надо как-то решать, кто-то из французских горячих голов авиаторов высказал идею, что они нанесли ли нам удар зажигательными бомбами по массиву Шварцвальд именно с целью нанесения Германии экономического урона. Мы пожжем германский лес, на что получил недоуменный ответ. Это же частная собственность. Вы еще скажите, что нам надо Рур бомбить. Ну, в итоге, конечно, и бомбили, и дамбы Рура обрушивались. То есть это, я бы сказал, такая еще отрыжка мирного времени. Но, тем не менее, как говорится, средство воздействия... Политическая отрыжка, так сказать. Да, средства воздействия на Германию имелись. И они включали, конечно, прежде всего блокаду морскую, потому что предполагалось, что очень много Германия получает извне. Но а Германия думала о том, что она, да, извлек, имея опыт Первой мировой, синтетическое горючее, кстати, другие идеи там и по сельскому хозяйству, и на самом деле одним из стимулов напасть уже следующим, так сказать, шагом на Советский Союз было приобретение продовольственных мощностей по производству продовольствия, прежде всего хлебных полей Украины. И у немцев тоже был, что называется, свой хитрый план. Да, хитрый план по тому, как выходить из вот этой ситуации морской блокады. И, конечно, он работал не так, естественно, работал не так, как хотелось бы, но чтобы оценить уровень планирования, я вам скажу так, немцы сделали штурмгевер, то есть автоматическую винтовку. Автоматическую винтовку, как современный автомат, вот, что называется, то, с чем немцы ходили в 45-м году. Зарядный, скорострельный. Да, то есть с магазином, то есть вот, что называется, оружие нового поколения они сделали до войны в 38-м году. И представили, испытания прошли, но сказали, все хорошо, инженеры вы сделали отлично. А теперь, пожалуйста, то же самое из низкоуглеродистой стали и с производством штампами. Потому что у нас лигирующих добавок не будет. Все оружие надо будет делать из низкоуглеродистой стали штампами. Инженеры сказали, хорошо, и появился штурмгевер, но уже в 1942 году. И пулемет МГ-42, который был тоже сделан методом штампа из низкоуглеродистой стали. И вот эта вот концепция того, что мы будем осажденной крепостью, немцы были до войны, они понимали, что их ждет. И, естественно, на все это рассчитывали и готовились.
Но тут, извините, еще позволю себе добавить, что при этом в том же самом 1939 году после объявления Великобритании и Германии войны некоторое время действовала такая вот как отрыжка, концепция обратного умиротворения, поскольку Германии-то, в общем-то, не нужна была война с Великобританией, и делить с англичанами-то было нечего. Например, Гитлер практически незамедлительно отдал строжайший драконовский приказ о том, чтобы немецкие рейдеры и подводные лодки, действующие на английских морских коммуникациях, строжайше соблюдали условия морского призового права. То есть никаких инцидентов, никакого варварства, а в обязательном порядке четкое следование всем договорным процедурам. То есть корабль, досматривающий судоходство, он действует открыто, он ни в коем случае не ведет моментально огня на поражение, он как бы себя показывает, он представляется, требует остановиться, производит досмотр, при наличии военных грузов имеет право, соответственно... Такая джентльменская fair game. Но это очень быстро все рассыпалось. Ну, инцидент сотения мы все помним, но самое главное, инициатива это была, что надо умиротворить англичан, нам нечего с ними делить, надо, чтобы англичане в эту войну германопольскую не лезли. Там еще были дискуссии, да, по поводу англосаксов, может быть, они тоже арийцы. Там, да, да, вот да. Еще, да, вполне, да. Вполне теория такая была верткая. Да. Поэтому вот эта вот война, она с самого начала стала такой вот странной, то есть когда активных боевых действий не велось, и... Конец 1939 года люди встретили в окопах, но не в таких окопах, как было, что называют, в 1914 году, а, так сказать, вяло друг с другом перестреливались, шли воздушные бои. Простите, а где эти окопы были вырыты? Вдоль, так сказать, границ Германии, Франции. И, соответственно, мобилизовали свои армии Бельгия, Голландия. Они тоже выкопали окопы, тоже, так сказать, подняли людей под ружье. И вот люди сидели друг на друга, смотрели. Причем доходило даже до вывешивания плакатов о том, что, так сказать, у нас артобстрел намечен на 13:00. Вы, пожалуйста, так сказать, приготовьтесь. И вот такое-то, как бы, война войной, а вот, тем не менее, Страннее, чем та война, да? Здесь еще необходимо добавить такую вот интересную вещь. Как уже было сказано, что Германии-то война с Великобританией была не нужна. В результате сейчас в нашей прессе очень любят обличать двуличность советского правительства, когда, например, во внутренней прессе цитируются советские руководители, не надо помнить, что не Германия взяла на себя инициативу в нападении на Англию, а Англия напала на Германию, и, соответственно, сейчас Германия прилагает титанические усилия, чтобы закончить эту несправедливую, ненужную грабительскую войну. На тот момент это была объективная реальность. Германии война не была нужна, поэтому мирные предложения Гитлера, которые он высказывал по отношению к Великобритании, они были совершенно искренними. Это не был элемент политической игры. Да, война не нужна, все, Польши больше нет, теперь давайте договариваться, давайте каким-то образом привыкать и жить в условиях новой реальности. Другое дело, что для Великобритании это принятие подобных условий означало проигрыш войны, Великобритания была не согласна. Но надо понимать, что со стороны Германии это были абсолютно искренние усилия, направленные на установление в конечном итоге мира. Но все уже понимали, что доверия нет, что это, что называется, зверь, вырвавшийся из-под контроля. И несмотря на вот эту вот странную войну, действительно, планы были не сейчас, но вот мы хорошенько подготовимся, и тут и напрыгнем. По поводу планов меня, честно говоря, поразили. Но опять я невольно сравниваю это все с ситуацией 2014 года. Там-то к Рождеству уже хотели вернуться домой. Да. А здесь вы говорите, что прогностика на 1939 год касалась 1942 года. Ничего себе. То есть были готовы к войне именно на истощение. То есть стратегия сменилась. И стратегия Франции, то есть вообще Франция поменяла вот от элана, вот этого порыва вперед, ура, наступать, к вот этой вот методичности, к тому, что приготовимся не завтра и после завтра, что называется, через много месяцев. Но и на самом деле эта политика, так сказать, сгубила Францию, поскольку в чем была проблема? В том, что вот те люди, которые сидели в этих самых окопах, они превратились в военных строителей. То есть вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой или даже, например, кого... То есть программы вооружения запаздывали, потому что людей призвали в армию,
Соответственно, программы вооружений запаздывали, так сказать, блистательный удар по проклятым Бошам тоже откладывается. Люди занимаются строительством укреплений, превращаются в военных строителей, вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой. И в результате, когда наступает час Че 10 мая 1940 года, когда начинается немецкое наступление, вот эти все военные строители, они оказываются, прямо скажем, никудышными солдатами. И очень недовольны, что их оторвали от работы. Да, то есть от строительства вот этих вот укреплений. А укрепления начинают громиться вот этими штурмовыми группами и прочее-прочее. А особенно отдельно, как говорится, вот в этой всей картине, такой вот некоторый театр абсурда, это, например, Голландия, которая, с одной стороны, мобилизовалась, армия больше 100 тысяч человек, при этом голландская... 100 тысяч? Голландская армия? Да. Не, ну а что такое? Если другие страны поднимали миллионы... Нет, ну, это хорошая мобилизация, я хочу сказать. Не, ну да, у них было несколько корпусов, то есть, но при этом им нужно было оборонять огромный фронт, если по периметру границы 300 километров. Соответственно, вот эти все пограничные укрепления никто не собирался оборонять, а собирались отойти и обороняться вокруг Роттердама, то есть такая вот как бы крепость Голландия. То есть отойти и зацепиться за крепость Голландии. Не отходить, а принять помощь, соответственно, со стороны соседей с юга. То есть вступить сначала в локтевую связь с бельгийской армией, ну а потом, соответственно, даже, если я правильно помню содержание французских планов, что французы тоже предполагали своим северным крылом войти в непосредственный контакт с голландскими частями. Да, причем вот роковое стечение обстоятельств. На пути будущего немецкого удара стоит свежая резервная армия, что называется вот такой вот, как говорится, заслон, который положит конец блицкригу. Начинает планировать, включают в планирование вот эти вот low countries, Голландию, и эту армию отодвигают в сторону с направления немецкого удара, и ее задачей становится, как говорится, быстро-быстро пешком, в основном, дойти до дальнего угла Голландии. Южного? На север. А, на север, тогда. На север, да. То есть она вот, как говорится, вместо того, чтобы встать на пути танков Гудериана стальным, она с этого пути уходит и двигается в Голландию. И вот в войне на Западе много вот этого вот вещей, которые при ближайшем осмотрении оказываются загадками. Например, когда началось наступление на Маасе, вот эта линия обороны, которую вот военные строители, так сказать, домазали мастерками свои доты, сели в доты, и в этот момент приезжает мотоциклист к артиллеристам, и говорят, вам срочный приказ командования, артиллеристы, снимайтесь с позиции и уезжайте в тыл на другой участок. Артиллеристы снимаются с позиции, уезжают на другой участок, а военные строители, которые готовятся, что сейчас артиллерия будет всех перестрелять, кто приблизится к дотам, а остальных они сами достреляют. Смешение, артиллерия молчит. А на этих самых военных строителей вылезают опытные, закаленные, так сказать, в многочисленных тренировках немецкие штурмовые группы, и строители начинают массово сдаваться в плен. И вот эта вся линия, которую они построили, она падает в одночасье. Но так... тут опять же надо сказать, что... С одной стороны, Алексей Валерьевич абсолютно правильно указал, что в военных планах союзников задействовались армии Low Countries. С другой, опять же, Алексей Валерьевич совершенно справедливо указал, что все это во многом выглядело как импровизация. И, собственно, при ближайшем рассмотрении содержание вот этого вот плана первой операции союзников, оно выглядит следующим образом. Что да, на границе Франции с Германией стоят неприступные укрепления линии Мажино, которые немцы не смогут прорвать быстро, поэтому французы это прекрасно понимают, они будут обходить укрепление линии Мажино с севера через Бельгию и Голландию. Линия Мажино – система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лангейона. Была построена в 1934-35 годах. Затем совершенствовалась вплоть до 1940 года. Названа по имени военного министра Андре Мажино. Французские военные стратеги считали линию Мажино неприступной. Однако в 1940 году германские войска стремительно обошли линию Мажино с севера через Арденны, атаковали и прорвали ее. После капитуляции Франции гарнизон линии Мажино сдался.
на север, в Бельгию, Голландию, начинает выдвигаться наша армия, наши колонны пехоты, артиллерия, снабжение, все остальное. А вперед мы выбрасываем, соответственно, наши собственные подвижные войска, которые должны вступить во встречные бои с немцами и задержать выдвижение немецких танков, немецких танковых дивизий до того момента, как вдоль удобных позиций, в основном вдоль рек, то есть за реками, займут сплошную линию позиционной обороны наши родные французские войска в тесной локтевой связи с бельгийскими и голландскими. И, соответственно, мы получим, условно говоря, когда вот случится этот план, когда бы он ни случился, 39-й год, 40-й, 41-й, 42-й, когда бы он ни случился, мы получим некое отражение картинки 18-го года после завершения бега к морю. Все, мы получим стабильный позиционный фронт, все, его невозможно ни с какой стороны обойти. Ну а дальше, вот опять же, мы накапливаем мощи. В конце концов, когда Германия задохнется, будучи удушенной нашей прекрасной блокадой, а мы, соответственно, накупим сокрушительную мощь, ну вот тогда мы, собственно, будем думать о том, где нам ее применить. А до тех пор мы установим позиционный фронт, который... На котором обороняющийся имеет перед наступающим преимущество в скорости маневра войска. И вообще сыграли даже в поддавки. Мало того, то есть получается, вот Франция, вот человек, вот стоящий вот так, он один кулак убирает в Голландию, а второй кулак, линия Мажино, туда сажает больше войск, чем требовалось. И человек вот с открытым лицом, естественно, когда танковая группа Клейста бьет, она бьет по достаточно слабому месту, и Франция оказывается нокаутированной. Сильнейшая армия Европы вот таким вот одним ударом, она выбивается из войны. Никто, даже вот в Германии очень осторожно относились к плану, к тому, что получится. А внезапно получилось так, как даже никто не ожидал. Но с другой стороны, необходимо опять же учитывать, что когда немцы планировали свой великолепный удар, ну, как... В какой-то степени необходимо признать, что это было сделано от бедности. Бедности, в первую очередь, идейной. То есть, если мы смотрим историю разработки плана немецкой кампании против Франции, сначала германский генералитет, получив указание фюрера, начинает делать наброски на тему классического плана Шлиффена, представляет свои наработки фюреру, и даже фюрер, которого только последний из немецких штабистов не ругал как тупого ефрейтора, фюрер, глядя на план, говорит, ну, позвольте, это же, собственно, шлиффеновский маневр, два раза такие фокусы не проходят. И он уже не провалился. Да, и, соответственно, поскольку... И поскольку во Франции понимают, что Германия будет повторять шлиффеновские маневры, к этому готовятся... Немцы, в свою очередь, понимают, что да, у нас вот еще одна вариация на тему шлиффеновского маневра, она не сработала в 2014 году, и, ну, в общем, далеко не факт, что сработает, когда будет применена. И, по сути дела, когда Манштейн предлагает свой альтернативный вариант, вот этот вот рывок к морю, то есть как взмах серпом, только в противоположную сторону. Эрих фон Манштейн. Немецкий генерал-фельдмаршал, участник Первой и Второй мировых войн. Имел репутацию наиболее одаренного стратега в Вермахте. Был начальником штаба в группе армий «Юг» при захвате Польши в сентябре 1939 года. Выдвинул основную идею плана вторжения во Францию. На Восточном фронте командовал операциями по взятию основной части Крыма и города Севастополя. Как командующий группы армий «Дон» пытался деблокировать 6-ю армию Паулюса из Сталинградского котла. По большому счету говоря, ну, трудно за Германию при этом выдумать какую-либо еще возможную альтернативу, еще какой-то возможный вариант действий, который ведет к немецкой цели в войне, то есть к быстрому решению. И вот по-хорошему, хотя и говорится, что вот он, план Манштейна, он такой рискованный, он такой неожиданный, он совершенно не похож на то, что было раньше. Но если вот так вот задуматься, а альтернативы ему просто нет. Ну, единственная альтернатива – это, в общем-то, засесть в осаду накрепко на германских границах и, опять же, ждать, пока подействует союзная блокада, пока, наконец, собственно, они задохнутся, пока придут французы, поставят Германию на крышу. А так был действительно придуман план, причем импульс к новому планированию, он возник от того, что сбили самолет с предыдущим планом.
И план попал в руки союзника, причем союзники, они в него еще и не поверили. Но в итоге был разработан новый план, и действительно его автор Манштейн, потому что, естественно, во время войны, как сказать, Гитлер говорил о том, что это я придумал, что вот, так сказать, мой гениальный план, генералом он говорил, но реально придумал действительно человек, которого звали Эрих фон Манштейн. Он не всегда проявлял себя, что называется, блистательно, но в данном случае он придумал неожиданно очень работоспособный план, работавший в конкретной ситуации против конкретного противника. Просто последний вопрос и очень краткий ответ. Вот вы как эксперты, да, в военной истории, посвященные в разного рода тайны, имеющие свою позицию, что вы можете сказать? Операция «Барбаросса» в любом формате была неизбежной или отточена? Как раз-таки, действительно, как историк, я скажу так, что именно не надо историк думать, что все было предрешено. И были другие варианты. Были. И я, например, убежден в том, что если бы там, например, отсутствует пакт Молотова-Риббентропа, мы втягиваемся в войну, война была бы другая. И вместо и план Барбаросса, он появился бы в другом варианте. И, так сказать, мой вариант, Германия, например, напала бы на Прибалтику. Мы вынуждены были бы отбивать Прибалтику через те самые леса Курляндии, в которых застряли в 1944 году Красная Армия уже. И война шла бы по другому сценарию. Причем этот другой сценарий мог быть для нас негативным. И я скажу так, что главным призом восточной кампании на самом деле была не Москва, а главным призом были нефтяные месторождения Майкопа, Грозного и Баку. Так, иначе Сталинград был все равно неизбежен. Да? Сталинград как да, точка, да, до которой докатилась война, да. А вот операция «Уран» — это уже очень интересный вопрос. Это прошли по лезвию? Это совсем другая история. Может быть, мы когда-нибудь к ним обратимся. Дмитрий, ваше суждение. Я выскажу, возможно, немножко в другом ключе выскажусь. И скажу, наверное, примерно так. Та советская версия истории, которая преподавалась нам в школе, она при всей своей во многом и справедливости, и жесткости, мы никогда не закрывали глаза на жестокости германских оккупационных войск, она вместе с тем сглаженная. Сглаженная в каком отношении? Восточная кампания представляется одновременно конечной целью Гитлера и едва ли не венцом его политической деятельности, главным его свершением, которое он для себя планировал. Но, по сути, это было не так. Когда подготовка к кампании против Великобритании зашла в тупик, стало понятно, что высадка в Британии обойдется в океан немецкой крови, а плодами победы воспользуются страны, обладающие соответствующей морской мощью, то есть осколки Британской империи падут в руки США, Италии, Японии, даже, возможно, Франции, остатков, которые сохранили какие-то остатки своего флота. Спрашивается, зачем Германии делать своим противникам и союзникам столь щедрые подарки? И в этот момент, собственно, возникает та самая идея, которую высказал Гитлер еще в конце июля 1940 года в Бергхофе, что Англия продолжает сопротивление, надеясь на США и Россию. Мы не можем ничего сделать США, но мы можем разгромить Россию. Почему я говорю о большей жестокости реально этой версии? Мы не вершина пути политического Гитлера. Мы не конечная цель его завоевания. Мы точно такая же макевара, как в 1938 году Чехословакия и в 1939 году Польша. Блистательный вермахт должен блистательно, молниеносно разбить кажущегося сильным противника, и тогда Великобритания, устрашенная и лишенная последней надежды на успешное сопротивление, капитулирует, и тогда господствовать на европейском континенте будет Германия. То есть немецкие войска собираются двинуться на восток, но цель этого их похода, она лежит на западе, она лежит в Лондоне. И в этом отношении надо понимать, что да, Барбаросса вот в том виде, в котором она началась 22 июня, она отнюдь не была предрешена. Но
было с учетом того, как вот именно по факту немецкие военные планировщики относились к Советскому Союзу, его возможностям и его мощи, в каком-то виде война к нам бы пришла, и практически наверняка она пришла бы к нам в форме германской агрессии, всегда бы нашелся повод, по которому Германии необходимо эффектно разметать по ветру очередную большую соломенную макевару. Но сегодня вы очень точно и для меня необыкновенно убедительно расставили точки над многими «и». За это вам большое спасибо. Это была программа «Историада». Смотрите нас на русском историческом канале 365 дней ТВ. Всего доброго.